Наверное, папа – это прежде всего человек, которого ты уважаешь. Может быть, мы не всегда умеем откровенно признаться в том, как сильно мы их любим, но мы выражаем это по-разному. Например, когда гладим им рубашки, или когда включаем их любимый спортивный канал, или когда звоним и говорим, что заедем на выходные. Я думаю, они понимают, что это наша любовь. Мой папа всегда честно выполняет обещания. Он справедлив, а еще он может разобрать и собрать автомобиль с закрытыми глазами. И я им горжусь. Он мой герой.